А мартышка к старости слабо глазами стала. А у людей она слыхала, что это зло не так большой руки, лишь стоит завести очки. Очков с полдюжины она себе достала, вертит очками так и сяк, то к теме их прижмет, то их на хвост налижет, то их понюхает, то их полижет. Очки не действуют никак. Чего пропасть, говорит она, и тот дурак, кто слушает людских всех враг, все при очке лишь мне налгали, а проку наглость нет в них. И тут она с досады и печали, а камень так хватило их, что только брызги засверкали. К несчастью, тоже бывает у людей. Как не полезна вещь, цены не зная ей, невежда про нее свой толк все к худу клонит. А ежели невежда познатней, так он ее еще и гонит. Угу.